Ja, zunächst einmal freuen wir uns hier zu sein, weil wir morgen Abend ein hoffentlich tolles Fußballspiel erleben werden. Und ich bitte Sie natürlich um Verständnis, dass für uns auch ausschließlich der Sport und der Fußball morgen im Mittelpunkt steht und wir uns zu den politischen Unruhen, die leider in diesem Land begleitend sind, nicht äußern werden. Wir möchten hier Fußball spielen und das findet nun mal auch in Lübeck statt, nicht direkt in Donetsk selbst. Und ja, das Stadion war in den letzten Spielen auch viel ausverkauft und viele Zuschauer waren bei den Spielen, sodass auch eine tolle Atmosphäre morgen vor Ort sein wird. Unser Auswärtskontingent, mir hat sagen lassen, ist komplett ausgeschöpft. Wir erfahren auch zahlreiche Unterstützung morgen bei diesem Spiel und darauf freuen wir uns sehr. Ja, in erster Linie natürlich sind wir hier wegen dem Fußball und nicht wegen der Politik. Bei mir ist jetzt so gekommen, dass die Anfrage von der russischen Nationalmannschaft gekommen ist, konkret auch vom Fußballverband. Und dass ich mir dann natürlich auch meine Überlegungen gemacht habe, wie zu spielen. Und wie gesagt, eine Anfrage von der Ukraine kam nie, von den Offiziellen, vom ukrainischen Fußballverband. Von daher habe ich da auch nie richtig drüber nachgedacht, weil einfach keine Anfrage kam. Und ja, das Gefühl, jetzt hier zu sein, ist schon auf jeden Fall komisch, aber wie gesagt, der Sport steht im Vordergrund. Wir haben morgen hier ein sehr wichtiges Spiel und darauf liegt auch unser Fokus. Прозвучало два вопроса. Первый вопрос был адресован тренеру, господину Брайтенрайтеру. Вы будете играть завтра во Львове, хотя команда сама из Донецка. И что вы можете сказать по поводу той политической ситуации, которая сложилась в Украине? Что вы знаете о ней? И как бы вы представили себе, если бы вам довелось два года не играть в своем родном городе? А второй вопрос был адресован Роману Нойштеттеру. К вам поступило предложение насчет того, чтобы играть за национальную сборную России, и известно также, что вы также думали о том, чтобы играть за сборную Украины. С каким чувством вы завтра будете играть здесь, во Львове? Ответ на первый вопрос. Мы рады тому, что мы приехали сюда, во Львов, прежде всего потому, что нас завтра ждет во всех отношениях классная игра. Мы понимаем, в каком сложном положении сейчас находится Шахтер, но в данном случае, в первую очередь, мы здесь ради спорта, а не ради политики. Я не могу комментировать политическую ситуацию. Мы здесь только для того, чтобы показать свой класс и чтобы сыграть в футбол. И ответ на второй вопрос. Да, мне поступило сейчас предложение играть в сборную России, и я ничего конкретно сейчас сказать не могу, потому что я как раз думаю над этим предложением. Были определенные новости относительно моей возможности моей игры за сборную Украины, но я не обдумывал это предложение на официальном уровне, поскольку официальных предложений так и не последовало. И так или иначе, завтрашняя игра будет очень важна. Я могу на две вопросы? Генс Крайк и Дамидан. Алло, Брайтенрайтер. Если вы сейчас посмотрите...